Ребят, большое спасибо за огромное количество лайков под предыдущим роликом. Давайте так, как только этот ролик набирает 600 лайков, я сразу же иду записывать новый ролик. Но если он набирает 600 лайков за сегодня, то сегодня же я иду записывать новый ролик. Смотри, сейчас тактика, как выиграть. Если проиграете, привет передадим. И пиар бесплатный. Сейчас, все будет нормально. Погнали ломать их, у меня яйца же есть. Давай, быстрее. Бежать, давай. Советую вам подписаться на канал Пина. Это очень крутой и веселый парень, который снимает ролики по Скайварсу. И что мне очень понравилось на его канале, как раз как я только что сказал, это то, что он реально веселый в своих роликах. Его ролики получаются веселыми, интересными, позитивными, поэтому их не скучно смотреть и как бы они очень сильно поднимают настроение. Так что если ты хочешь поднять себе настроение, то прямо сейчас переходи по ссылке в описании, подписывайся на канал Пина. Ну а мы переходим к моему ролику. Всем привет, ребят, с вами я Тумка и со мной сегодня Валрус. И сегодня мы будем играть в Bed Wars на сервере Vime World. Это все, что ты мог добавить? Да. В общем, ребята, сегодня мы поиграем в Bed Wars. Сегодня у нас будет два очень крутых раунда. И, короче, ребята, если вам ролик этот понравится, то обязательно поставьте лайк, потому что, как бы, вы вообще замечали, как часто у меня выходят ролики в последнее время на канале. Также, кстати, ссылка на этого парня будет в описании. Нормально так застыл. В общем, погнали к ролику. 3-2 раз начали, вот мы появились, мы играем на карте, которая называется Тропикана. Давай быстрее, короче, затащим в этой катке. Здорово всем, играем на карте Тропикана. Она у нас в центре, признак чего? Победы, правильно, ребят. Кто написал комментарий? Лайк, канал Валруса, лучший канал по Майнкрафту. Боже, я никогда... Знаете, вот мне постоянно пишут люди, там это, Тумка тараторит, Тумка быстро... Не знаю, что вы будете про него писать, а? Вот если говорят, что я тараторю, то что ты делаешь тогда? Я, вот, между прочим, в отличие от некоторых, я не тараторю, я важные мысли из своей головенки высказываю, ребят. Так конечно, что все, что я говорю, ребят, запоминайте, потому что вам это пригодится в жизни. Я купил 5 нагрудников, на тебе 4 штуки, короче, я себе одну заберу и ладно, я пойду от тебя. Много всего, я не понимаю, чувак, зачем? Ну, зачем? Я такой человек, как бы, я люблю побольше себе купить все. О, бабочка! Что убил? Что? Как? Это когда? Было потно. Я убил, короче, голову парня. А где есть жёлуз? Я, короче, ты никогда не поверишь в то, что я на что сейчас пошел. На что я сейчас пошел? Куда я, вижу, я иду? Нет. На что я иду? Кого я убью? Кого сейчас убьют. Да, я так и знал. Смотри, показываю один раз, как ломать кровать за одну секунду. Смотри, считай одну секунду. Не подожди, не секунду. Подожди. Сейчас скажу, куда считать одну секунду. Так. Вот. Где кровать-то, ё-моё? А чё, она сломана? Она сломана, в смысле? Лол. Я их убил просто, и все, че? К нам идут, давай, че, суки, такой, суки его. Смотри, какой у него скин насыщенный, он переборщил в фотошопе, когда делал. Мне прям глаза сейчас выпадут, блин. Я вообще даже не обратил внимания на его скин, сейчас сижу, блок ломаю. Чувак, вот я обращаю внимание на скин, вот я у тебя заметил, что у тебя... Что ты сделал? Это челлендж. Иди в жопу. Сколько же тут железа, это мой рай. Баба, которая тебя убила. Где? Я думал, рукой убил ее. О, ты кто? Вот кто это был? Вот чувак, откуда? Откуда это? Чувак, откуда? Откуда? А, это время закончилось, блин, точно. Погнали за мной, быстро, за мной, быстро, быстро. У меня часики были, у меня 20 яиц, у меня тоже часики есть. Давай быстрее. Нифига ты жесткий, я хочу быстрее. Блоки, вставь, у меня блоков обычных нет. Чувак, а давай еще оскорбим, блин, сервер, и нас забанят за то, что мы оскорбили не в чате. Давай побежали уже, а? Корытаратори, давай убивать пвпшца, в Майнкрафт же играем, мы же в Майнкрафт играем. Все, ломаю, куда-нибудь иду. Кого тут убивать надо, а? Давай, ломай. Где ломать-то, ё-моё? Чувак, везде, давай. Я не ориентируюсь, алло. Ё-моё. Убей её, убей. Найс. Тихо. Она, подожди. Подожди, где кровать-то, ё-моё, я не могу понять. Серьезно, я не могу понять, где кровать, чувак. Я серьезно не могу понять. Где она? Где кровать? Боже, чувак, ты спишь очень сильно. Ладно, я пошел ее ломать. А я пока тебя защищаю. Ой, это наш. А тут и нет кровати, в принципе. Че мы делаем? Мы одни? А, не, мы не одни же. Красный. Когда вы слишком дебилы. Давай, сам, короче, мы обязаны выиграть. Только откуда? А, тупой предатель, я умер. Серьезно? Да, давай тащи, короче. Если ты не сломаешь кровать, я обижу. Давай попробуем, правда, у тебя 3 хп. Чувак, давай. Пофиг, что у тебя 3 хп, чувак. Хорошо, давай. Все, хорошо. И побежал. Давай, чувак, пожалуйста, ради подписчиков. Хорошо, я беру себя в руки такой. Вобана. Убил. Сзади. Вобана, давай. Найс, красава. Давай. Тихо. Меня бьет со всех сторон. Чувак, у тебя хп много, сколько у тебя хп? Нет, 1 хп. ГГ. А дубль 2 мы играем на карте, которая называется Игниос. Валрус. Ой, да, здорово. Чего они там за телефоны? Ну-ка, оф, и все быстро, время записи. Yes, of course. Все, там офнул.
Ой, чё, IP сейчас кину, чувак, страйки полетят. Все, ребят, на самом деле мы тут это немного подбухали. Ладно, все. Ой, больно. Ребят, мы просто не в адеквате, мы понюхали только. В смысле, мы и ты? Причем здесь я? Меня не трогает. О, смотри, писюн получился. Смотри, 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 смотри. Все, поехали. Куда поехали? Ссылка в описании. А, погнали за мной, быстрее. Да, ребят, кстати, вот у меня каждое видео очень веселое, очень насыщенное, ребят. Да давай, ПВПшься ты, видео у него насыщенные. Подписку на мой канал, ссылка в описании. Это, у меня 2 хп, я еле-еле жив остался. На чувака из прирола не подписывайтесь, на меня подписывайтесь. Репост, подписка, приписка и... Рукой, рукой! Найс. Nice. Это я на самом деле любил рукой, да. Там еще наверху, чувак, смотри, 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 смотри. Вон он. Надо его убить. Давай, подожди, иди сюда, иди ко мне. Ссылка в описании. О, подожди, мне брони нет, я не могу. О, спасай, он бежит, он бежит, он уже бежит, он уже бежит, он тут, тут, аккуратно, не мешай мне одеваться. Я боже! Его ж тут нет? Че ты не сказал, что он тут? Я сейчас убью. Ты че, больной, что ли? Убил! Боже мой! Это заклинание было. С кем я общаюсь? Что, куда ты к нему идешь? Пускай сам придет, чувак. Если ты сейчас упадешь, я. А если он упадет, то что ты сделаешь? Ага, вот тебе повезло, если бы там не было блока. Чё, иди, дурушка любимая, иди сюда, красотка. Дай мой край. У нас крыло сейчас сломается! У меня часы что, есть! Где? Часы! Подожди, подожди. Я бегу за часами. У меня есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть часы. Помоги, я застряла. Ну как же ты так-то, ну? Главное, короче, они строятся, чувак, быстрее, они уже ждут, они уже к нам бегут, идут. У меня есть палка, все, купил палку, да, все. Чувак, где, где, что, где, где? Вот сверху, иди, прямо над нами. Все, сейчас убьем, чувак. Чувак, застраивать нужно. Как, чем? Вот писюн только есть. Вот он, убил. Давай, убиваю. Давай, давай. Убиваем nice, одного, красава, убили. Красава, красава, второго. Он наверху, он с удочкой, чувак. Давай, сейчас. Ё-моё, надо его убить, чувак, надо срочно его убить, он куда-то побежал. Блин, что у тебя плюшка такая имба? Я поехал, серьезно. Я выехал уже, я выехал, чувак, я выехал. Мне кажется, то, что у нас кровать сломалась. Нет, это кажется, на самом деле, это иллюзия, да? Смотри, сейчас тактика, как выиграть. Если проиграете, привет передадим и пиар бесплатный. Сейчас все будет нормально. Сейчас все будет топ. Ну че ты, а? Сейчас. А, мне блоки нужны. Сейчас все сработает, подожди. Чувак, я зайду в нашу кровать, ты не против? Когда я не играл, я всегда у меня. Ой, чувак, нам плохо. А, так у нас не было кровати, лол. А! Че, бомбят все? Да, бомбят Майдан второй, чувак, че ты. У меня 30 яиц, так что нормально все. Чувак, на красных быстро! Погнали ломать их! У меня яйца же есть! Давай! Быстрее! Бежай, давай! Я его скинул! Есть! Он упал! Нет! Давай, убей его, пожалуйста! А ты что? Ты это самое? Я умер! Давай! Если его не убьешь, будет очень обидно! Чувак, пожалуйста! Красава! Просто! Супер, ребят! Просто ради тебя! Боже, это была вообще, походу, лучшая моя катка в Бэдварсе. Ну и на этом, ребят, пожалуй, все. Мы надеемся, что вам этот ролик понравился, да, Валрус? Тебе так эта штука на башке, серьезно? В общем-то, ребята, если вам ролик этот понравился, то обязательно поставьте лайк, потому что мы с Валрусом очень сильно над ним старались. Также не забывайте то, что на канале Валруса у нас есть совместный с ним ролик, так что можете перейти по ссылке в описании и посмотреть наш с ним ролик. Он по-любому получился очень крутой, даже несмотря на то, что это именно тот ролик, который вы только что смотрели. Но, может быть, там будет еще и другой ролик, так что... В общем, переходите на канал Валруса, подписывайтесь там. Ну, можете не подписываться, но все равно подписывайтесь. Вот, ребята, заканчиваем видео. Ссылка в описании. До новых встреч. Увидимся в новых роликах и пока.